Однажды, давным-давно, славный город Ростов пожаловали гости прошлого, да не с пустыми руками. Но что делать будем, россияне? Создатели фильма «Карлик Нос» представляют героический эпос о легендарном русском богатыре и его заклятом враге. Алёша Попович и Тугарин Змей. Звали Брудакова. Началось все с хорошо продуманного плана. Конечно, это же так просто. А получилось, как всегда. Ребята, сегодня не ваш день. Да на кол их посадить! Некому, кроме меня, Тугарина змея одолеть. И пошли мне куда. Ах так? А тогда я косы обрежу и в монастырь иду. Мужской! Это поучительная и абсолютно правдивая история по старинной русской былине. Мне уже 16 лет, а я еще в детках хожу. Ну, пришел час. Да, да, пришло время. Давай, давай. Это история о любви, о смелости. А почему я? О чести. Тут не просто в золоте, а в том, чтобы люди в нас поверили, понимаешь? Ничто так не украшает человека, как толстый кишелек. Господи, с кем связались? Это история о силе богатырской, о самопожертвовании. Я не хочу умирать! История о русском богатыре, который бросился навстречу опасности и вернулся героем. Алёша Попович и Тугарин Змей. Не упал. Мировая премьера.